Мощи святого великомученика Георга Победоносца сегодня прибыли в Тюмень. Встречали ковчег возле Свято-Троицкого мужского монастыря. Здесь православные совершат молебны о победе. Приложиться к святыне и помолиться о родственниках, восстановлении мира на земле могут все желающие. Монастырь открыт и в эти минуты. Георгий Победоносец был военачальником, но когда встал вопрос, продолжать ли ему службу дальше, для этого нужно было приносить жертвы божеству императора, его фортуне, то он отказался это делать. Это было расценено как нелояльность власти, и перед ним поставили выбор, либо вера, либо жизнь. Он выбрал веру православную, он стал мучеником. Мощи Георгия Победоносца в Тюмени пробудут чуть больше суток, сообщает Тобольская метрополия. К нам их доставили из Кемерово. Впереди Новосибирск, Омск, Алтай. В маршруте до сентября больше 100 городов. А после святыня вернется обратно. Свято-Троицкую Сергиеву Лавру на постоянное хранение.